Скажи, пожалуйста, откуда вы и как давно вы в Америке? Я уже в Америке 10 лет, я из Украины. Приехал сюда еще, как бы сказать, подростком. Пошел в high school, после high school пошел в колледж. Закончил колледж на business administration. Увлекался машинами всегда, занимался машинами. Потом решил покупать, чинить, продавать, делал детейлинг. И в конце концов открыли полноценный автосервис. Занимаемся всеми видами ремонта. Снимаем коробки, двигателя, ремонтируем все. Говорят, вот в Нью-Йорке это более востребовано вообще всегда, в больших городах более востребовано, чем где-то там еще. Вот почему так? Больше бьют машины, меньше ухаживают? Нет, просто Америка – это страна автомобилистов. И здесь в каждой семье по две, по три машины, у некоторых по пять машин. Поэтому здесь обслуживание – это на первом месте. А как мы знаем, американцы очень любят лиз. Они как бы чуть забивают на обслуживание, а тем уже, кому достается их машины после лиза, они, конечно, уже начинают после этого страдать. Сколько стоит открыть свой автосервис, такой бизнес в Нью-Йорке? В среднем открыть автосервис со всеми инвестициями стоит около полумиллиона долларов. Сколько у вас почек? Пока что две. И надеюсь, будет оставаться две. Главный плюс и главный минус этой страны, какой вы можете назвать? Главный плюс, скорее всего, это возможности. То, что здесь вполне реально открыть бизнес. Никто тебе не будет душить, все доступно. Самый главный минус – это все-таки бюрократия. То есть, чтобы получить хоть какие-то документы, зарегистрировать что-то, это занимает очень много времени и очень много нервов. Ты приходишь с одной бумагой, тебе говорят, что не хватает второй, идешь за второй, тебе говорят, нужна третья, а сразу они не могут сказать, что тебе нужно. Какой вот совет вы можете дать тем людям из России, из Украины, русскоговорящих стран, которые хотят приехать в эту страну и достигнуть своей американской мечты? Вообще желательно сюда приезжать с деньгами, уже сразу, изначально. Потому что американская мечта стоит полмиллиона долларов, как мы поняли, да? Как минимум. А вообще, не бойтесь приезжать, здесь все доступно. Те, кто умеет и, главное, любит работать, здесь достигнет больших результатов.